Ого. Что тут случилось? Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Так, здесь идти некуда.
сможешь его опустить? Вперед! Есть! Сын. Да. Там висит ведро. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношение и вешает повыше от воров. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Нас не видят. Стрелять? Жди команды. Нападать будем? Чего мы ждем?
Я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Смотри. Пойди сюда. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны. Поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Thank you.
медленней, за скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Как ты это сделал? Кажется, здесь можно пройти. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Go!
последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то наверху! Кто-то ломает стену! Смотри, там наверху проход. Вон там. Смотри, проход. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Мы пойдем на это жуткое пение?
была настоящая вельва. Никогда не думал, что увижу. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. 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 Снова Драугры! Ура! Thank you.
мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Что это? Передвигаться стаями. Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Наверху. Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Наверху! Место! Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной.
Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Готово. Сын. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Смотри, тут еще. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Иди за ними! Скорее, пока они не встали!
лука!
Мертвецы. Думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там?